самая долговременная организация в мире это какие? Религиозные организации. Тысячелетия живут. А почему? Потому что используют система, системный подход. Мусульмане каждую пятницу собирают, мозги промывают мусульманам. Христиане каждое воскресенье, евреи каждую субботу. Если у вас будут системные, еженедельные сбор информации, общение, коммуникация своей команды, еженедельный план, отчет, вы очень быстро двигаетесь. Кто меня понял? Проблема людей в том, что у них нет еженедельного работы. Самый эффективный план – это еженедельный план. Вы разработаете один раз стратегический план. Сегодня будем говорить о стратегии, выбор стратегии и так далее, сегодня, завтра. А потом дальше вы что делаете? Вы вот это четко по это еженедельным планам двигаетесь. Вот я буду вот показывать, простыми словами буду объяснить. Вы простой, еще проще нигде не найдете в мире, кто объясняет простым словом. Это потому, что я знаю, как я обосную. По-колхозному я объясняю. Так же? Моя терминология даже такая. Самый простой план, это самый эффективный план. Это ваш еженедельный план. У вас должен быть еженедельный план. Без него далеко не пойдете. Если вы месячный план не выполняется, потому что недельный не выполнялась. Кто меня понял? Потому что задача недельной приводится туда. Например, если вы ориентируетесь на месячный, вы очень много тратите. Почему? Месяц прошел, потом поняли, что ой, не успели, не доделали, не получилось. А когда недельный, неделю прошел, уже вы подтянетесь, вы начнете посмотреть, анализировать, где было упущение. Вы начнете понимать, что подключить, от чего отказаться и так далее. Только так вы можете это сделать.